Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Вора. Итак, мы с вами находимся в городе, в мертвом городе, короче. Нам нужно найти собор с привидениями, вот, собственно, название миссии. И мы с вами первым же делом, когда попали сюда... Так, кто-то разговаривает, помимо меня. Тихо! Тихо, ты кто? Где? Да... Бляха! Где? Уйди! Проклятая! Я не знаю, что это, кто это. Ну, не в принципе, я не знаю, что это. Вы в комментах написали, что вот это вот, вот это вот, собственно... Привидения, призраки. Ой, ну черепа стреляют еще какие-то. Вот. И написали, что в принципе это не очень-то такие вот приятные прям существа. Так, ну-ка я попробую его сейчас загасить. Их можно, вы написали, убивать. Отлично. Мне повезло. Их можно убивать, но они появляются снова. Как бы так вот вы написали. Вот. О чем я говорил, он меня сбил, короче. Вот, первым делом мы с вами, когда попали сюда в город, мы с вами спустились в подземлю. И посмотрели катакомбы. Вот, также вы написали, что можно все-таки лазить по крышам. Только это надо уметь. Видимо, я такой вот криворукий рукожоп. Вот. Так, там можно было наверх. И здесь давай сейчас посмотрим еще. Ой, ну тут наверх еще куда-то можно везде залазить. Вот. Про дичь, которая была в подвале, вы так не написали, кто это. Поэтому жду от вас комментов. Вот. Так, я вот сейчас так вот по кругу. А, ну все, я... О, зомбарь. Сюда иди. Сюда иди на раздачу. Что сквозь тебя тут прошел? Вот так тебе. Бурик. А бурики? Так, погоди-ка. Хорошо. Свет есть. Так, бурятина. Отойди. Ладно. Там по какому-то еще каналу, короче. Ладно. Бляха. Тупик. А вот и свет везде повключался, короче. Окей. Давайте. Я так вот пробежался, посмотрел. И пойдем по порядочку. Так. Здесь лестница. Давай поднимемся на лестницу. Что у нас здесь интересного есть? Да залезь ты, бляха! Не я один, короче, криворукий здесь. Гаррет тоже что-то начал в последнее время не показывать свой класс скалолазания. Так, рубиновая, да, улица? Окей. Что у нас Папирус пишет? Констебль Тул Генерат. Каждый раз, когда у нас замыкание, я должен идти вытаскивать его за задницу из кабака, чтобы он открыл техническую комнату электросети рыночной улицы. Если бы он не был племянником барона, его бы давно уже уволили. Так, комната, техническая комната с электросетями находится на рыночной улице, запомни. А про Рубиновую было сказано, что здесь находится что-то там, какие-то шестеренки. Какими-то шестеренками там какие-то здания. Так, ладно, здесь мы посмотрели. Так, отсюда я пришел. Идем дальше. Где? Где?
Идем дальше. Так, давай-ка я открою вот эту дверь. Там зомби. Пускай все там гуляет. Главное, чтобы сзади там никто не напал. Так, отлично. Ой, заметил, ой, заметил. Так, это мое, это я заберу. Ага, там, смотри, что-то еще есть. Так, надо как-то... Так. И... Гаррет, Гаррет. Ой, стрела. Так. Ай-ай! Два раза нажал на прыжок. О! Так, ладно. Столько мучений и... из-за стрел с водой. Бляха! Я вместо того, чтобы сохраниться, нажал загрузиться. Зачем? Что? Зачем я сделал? Стрелу забери. Так, ладно. Да в смысле? Все, теперь начинается вот такая вот дичь. Нет! Зачем по 10 раз нажимаешь на прыжок, а? Собрать и сохранить. Фу. Стрела. Все хорошо. Так, а он там я был, нет? Рубиновая. Так, ладно, пойдем по низу. Бляха, а там внизу этот упырь стоит, да? Сейчас я ему лещей надаю. Да на тебе, на тебе, на тебе, козел, на тебе. Умри. Ну давай, дохни. Все, отлично. Видать, меч, который мы украли у Константина, он какой-то, наверное, посеребряный. Поэтому... О, соборная! Так, ладно, я еще здесь эту не осмотрел. Ага, понятно. Рейла. Замбалейла. Так, хорошечно. И что у нас? Так. А, ну, собственно, вот, да? На другую сторону перелезли. Там я сейчас только что водяную стрелу убрал. Так. Это же деревянный потолок, да? Вот это деревянное? Ага. Бляха, пусто. Печалька. Печалька. Вот там вот дырочка. Ну-ка, давай-ка сейчас попробуем туда запрыгнуть. Так. Получится ли у меня вообще? Давай как, вот так вот разгонимся. И как прыгнем, как прыгнем. Только не туда я забрался. Ну ладно, и так хорошо тоже. Я не знаю, мне нужно, короче, собор искать. Я, в принципе, нашел улицу Соборную, но сейчас я как бы занимаюсь какой-то ерундой, походу. Так, давай-ка спустимся вниз. Не разобьюсь. Хорошо. Хорошечно. А-а-а, ёпти мать. Это ж с лестницей. Так, что-то я туплю, короче. Так. Где я еще здесь не был?
Это улица Соборная? Не подскажете, это улица Соборная? Теперь. Понятно. Еще он куда-то наверх. Ой, ёпти мать, сколько их там. Да пока не пойду. Так, а хорошо. Быстрей. А здесь я забирал что-нибудь? Ух ты! Интересненько. Деперин. Улица Деперин. Ох ты ж, боже ты ж, моешь ты ж. Так, стрелу заберу. И не знаю, как-то... Я тут не разобьюсь, нет? И! В принципе, зомби, они медленные. И можно не париться с ними. А, я здесь был. Либо места похожи просто друг на друга. Так. Сказал бедняк. Улица Перин. Я боюсь что-то пропустить, знаешь. Я уже говорил как-то об этом, помнится, в ранней серии. Пропустишь и дальше пройти не сможешь. Опа, дверь. Там какое-то лицо. Бляха, идет. Я не успею, наверное. Он ускорился. Видишь, смотри. Просто настырно. Настырно так идет. Отлично. Все, отдыхай. Так. Где мои супер отмычки? Пока мы еще никакого задания, ни одного задания не выполнили. Что там рычишь-то, а? Рычит там... Опа, мина. А я ее взять не могу. Она, видимо, активирована, что ли? Или что? Нахер, стороной обойду лучше. Так, мина. Еще мина, что ли? Или что, я стрелы взял? Окей. Нет, не могу взять. Она, видимо, активирована. Хорошо. Это чья-то хата, короче, был. Лежать и не рычать там. Опа. О, это, наверное, какой-то отель. Наверное, типа того, какой. Типа отеля что-то. Сейчас глянем. Мне надо подлечиться, кстати. Дверь открою. Так, подлечиться. И волчара, и лисица. Вот так. Всем хом поросло. О! Спасибо. Это я заберу, это мне пригодится. Так, а здесь ловушек-то никаких нет. Что-то как-то так сундук странно стоит. Зелье дыхания. Мне плавать придется. Поход, дело, да. Так, ну туда лезть, по-моему, я так понимаю, не надо.
Странно, что здесь звездочка, знаешь, луна, ночь, да, так и нарисована. Как бы логично, если подумать, то это типа отеля что-то. А это как? Если это отель, то обслуживание у них херовато. Так. А, круголя дал. Так, круголя дал. Идем дальше. Оттуда я пришпандурился, да? Пришел до перин. Видимо, по-видимому, наверху ничего нет. Ага, здесь я убил Бурика. Или он был дохлый, я уж забыл, короче, убил, да? Убил вроде Бурика. Или кто-то его убил. Я вроде не убивал Бурика. Значит, кто-то из них убил. Блях, опять на начало пришел. Я запутался опять. Вот я опять запутался. Карту смысла открывать нет, потому что... Я даже тут не обозначен, где я тут шастаю. Там еще какой-то мост, смотри, есть на карте. Воду я не хочу пока идти, потому что, бляха, он меня унесет, наверное, куда-нибудь. Просто идея твоего царства. Так, отсюда я тоже пришел. А, ну вот, короче, я заходил вот так вот. Вот здесь я осмотрел все, да? Здрасте. Здесь я, в принципе, осмотрел все. Здесь я тоже, да, посмотрел. Ой, я был тут? По-моему, был, нет? Окей. Зомбарь лежит уже готовый. Короче, я заплутал, я не знаю, куда идти, и давайте-ка... Так, это что? Никто не подняться, да? Ладно, бог с ним, пошли, короче, в этот. К воде. Унесет так унесет, да? Что делать? Что поделаешь? Где? Я теперь не могу эту реку найти. Или там, как мне называется? Вот, Депирин. Замберин. Стрел. Вот, Депирин. Там у нас вода. Водичка, вода. Опа. Вот это я хорошо наверх взглянул. О, смотри, а там какой-то этот... Рычаги какие-то. Интересно, девки пляшут. Ты. Ух ты. Еще зелье дыхания. Придется много плавать. Бляха, зелье дыхания. Зачем? Ну ладно. Усложнили себе сами игру. Как он так слазит? Так, вот сюда. Ну что, поплыли. Там решетка. А вон туда плыть. Ну, поплыли. Адиос, амигос. А зомби нырять будет? Зомби умеет плавать? Я еще против течения, походу, плыву, потому что очень... Так, ну туда, либо сюда. Да, меня течением он сносит. Там еще под низом, короче, под низом можно было проплыть. Так, окей, я куда-то выплыл. Запомним, что там еще можно проплыть низом. Мне надо как-то вон туда... Опа. Кнопки. Соборная. А, это на Соборной улице, что ли?
Отлично. Оп. Так, это говно нам не надо, это мы не берем. Вот это мы заберем. И все. Так, хорошо. Давайте взглянем просто. А чё просто? Там куда кнопок мне не достать. Бляха. Ой. Хорошечно. Есть еще что? Есть еще что? А если найду? А? Нет, ничего. Так, идем сюда. Зомби опять где-то. Так. А, погоди-ка, мне это место знакомо. Мне знакомо это место. Погоди-ка, а я там в окно я смогу запрыгнуть вот, вот оттуда вот сюда? Хотя, наверное, там смысла нет туда лезть. Так, ладно, это место мне знакомо. Здесь я был, о, здесь я не был. Соборная. Тут все завалено. Окей. Судя по всему, надо, короче, все-таки на соборную улицу выходить. Видишь, тут завалено. Только искать надо обходной путь. Соборная. Это. А, это вот рубиновая. Я вышел на начало. Так, ладно. Вышел на начало, так что давай-ка мы проплывем по под, ну, по воде, только под там, под землей. Под землей. Окей. Ну, спасибо, по-видимому, это осень, видишь? Желтые листья. Мы поплыли. Сразу на готове зелье. А, ну это карман, да, получается? Окей. Компас тоже непонятный какой-то. Так, либо туда, либо сюда. А это что? Ремешочек. Так, воздух кончается. Опа. Нифига себе. Отлично, приплыли. Тут снова эта тварь ползает. Ну ладно, тварь. У меня есть огненная стрела для тебя. Я надеюсь, ты не пуляешься ничем. Потому что я пуляюсь огненными стрелами. Я там, смотря, отдача. А, убил. Две огненные стрелы, короче. А почему тот не сдох тогда? Я как-то неправильно попадал? Или что? Так, с этого выступа надо. Да, бляха, Гаррет, ты прыгай. Он же не дотянется. Нет, не дотягивается. А как мне залезть? Гаррет, не разочаровывай меня. Яха.
О. И... раз, два, три. Почти. Так, ладно. И... раз, два, три. Хорошо. Так. Что мы здесь имеем? Здесь можно, кстати, зажечь факел. Оба факела даже. Опа, ключ. Ништяк. Оба факела. Бляха, кто это такой-то вообще? У него клешни, как я не знаю. Какого-то крабообразного, какого-то черта. Так, можно наверх залезть. Давай-ка мы сейчас это и испытаем, попробуем. Так. Надо выстрелить так, чтобы я смог забрать стрелу. Отлично. Так, забрал стрелу. Здесь проход есть. Так, что здесь есть еще что-нибудь? В принципе, я больше ничего не вижу. А, а. Кто? Это зомби? Ключ не подходит. Интересно же, от чего ключ? Ну, я надеюсь, что это просто зомби. Да. Это зомби. Охренеть их здесь. Очень много, очень много. Так. Мешочек. Можно, кстати, здесь пролезть. Мина. Столько мин. А если мины взорвать зомбаря, он умрет? Леха. А, не то. Еще двери. Я так предполагаю, надо, короче, этот генератор найти, ну, генератор, и запустить, чтобы посветлее было, потому что одновато. Допрыгнул. Кирушки там. Если я сделаю так. Почти. Ну, еще разок. Да блеха, почему ты не цепляешься? Это я нажимаю же, чтобы зацепился. О, хорошо. А там что там, смотри, стрела. Надо будет как-то еще туда попасть. Только смотри, вывесок, это, наверное, скорее всего, это рыночная улица. Да, видишь, фонари. Да, генератор. Охренеть, это что за место? Так, ну здесь, бляха, темно, надо генератор, короче, искать. В первую очередь, о, шестеренки. Скорее всего, генератор там. Так, а как бы мне теперь слезть-то отсюда?
так, чтобы не покоцать. Бляха, бляха, бляха. Так, 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 стрелы, стрелы, стрелы водяные. Так, 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 так. Где, бляха? Да на тебе. Да на тебе. Да на тебе. Да вот тебе еще даже. И вот тебе вот так вот. А вот нас ешь. А вот тебе. А вот так вот. Как тебе такие фрукты? Просто весело. Это какой-то... Опа, еще и бурик. Ну ладно, бурика можно мечом, если что. Ну сюда. Просто какой-то этот... Серьезный Сэм начался. Да умри ты! Всех покрошу. Никогда не зайти Гаррета. Так, еще и вниз куда-то смотри, спуск. Так. Бляха, кругаля какого-то дал. Так, а где ж... Это же шестеренки. А где тут этот? Понятно. Наверх. Так, ну ладно. Раз я уже здесь, давай воспользуемся моментом и попробуем залезть там. Туда. Как? А как? Оттуда-то я не допрыгну, наверное, скорее всего. Ну-кась. Это же... Бляха! Это же дерево. Хорошечно. Так. Бляха. Вот так, подальше чуть-чуть, чтоб не мешало. Оп. Отлично. И стрела. Хорошо. Так, видос у меня подошел к концу, друзья. Давайте будем искать уже генератор следующей серии. Я думаю, найти генератор, запустить, да, чтобы свет горел. И потом уже обшаривать там какая-то, не знаю, темница какая-то или что это. Вот. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.